Всем привет, с вами канал Белостова, и сегодня я хочу посвятить кое-какие две новости. Новость первая. Совсем не так давно, по-моему, недели две назад, вышел тизер по Сталкеру 2, который выйдет в 2021 году. Но тизер этот не совсем ролик, а просто картинка. Это я так, напоминаю, что, мол, ожидать совсем осталось недолго, до 2021 года. А сейчас пока что у нас новый Battlefield. На этот раз Battlefield 5. Но оно обозначается как буква V. Вот. Но, может, V это еще означает V for Victory или V раз-два. Вторая мировая, поскольку действие игры разворачивается именно в моменте, ну не в моменте, а в событиях первой части, которая называлась Battlefield 1942. Вот. И вдобавок ко всему, вышел сначала тизер, который меня, если честно, заинтересовал, а потом и целый официальный трейлер, который, еще говорят, есть там кусочек геймплея. И поэтому я сейчас, ребят, хочу кое-какой эксперимент сделать. Вы сейчас поймете, какой. А пока давайте посмотрим. Xbox One, естественно. Electronic Arts, DICE. Frostbite, по-моему, 4.0 или какой там новый движок там. Плюс здесь еще 60 FPS. Вот. Правда, заметьте, что все... Воу. Это протез у нее? Воу. Ребят, видали, у нее протез? Правда, ребят, заметьте, что солдаты не выглядят как... Ну, в смысле, форма у них не выглядит как у Второй мировой. А так все круто. Воу. Главная тема Battlefield, ребят. Это классно. Вау. Это мост такой, что ли? Воу. Класс. На-ка. Воу. Так, это, видимо, главный герой. А, нет. Или да. И вот сейчас, ребят, прикол, смотрите. Так, типа я играю. Так, ну-ка. Так, вау. Так, давай сюда, ну-ка. Так, давай. Отлично. Так, перезаряжаюсь, окей. Так. В смысле гранейт, где? Ну-ка. Это, кстати, МГ-42, если кто не понял. Так, давай. Воу. Так, бегом. Так. Отлично. Так, все отлично. Так. Воу, у меня кровь на МГ-42, прикинь. Так. Воу, в смысле, это как? Окей, я не понял, что это произошло, но да пофигу. Так. Воу, слышь, ну-ка. Я тебя пошикаю, слышь. Воу. О, спасибо. Привет. Че у тебя с рукой не так, слышь? Круто, ребят. Вот серьезно, круто. Battlefield, V for Victory, если ты не понял. Ну или респект. Xbox One. Ой, да Xbox One, идите в жопу, нафиг. Оно же не на Xbox One, оно же на этом еще вдобавок ко всему. На... как он называется-то? На ПК же еще, поэтому... Так, он работает, запись, ну ладно. Вот, собственно, и весь Battlefield 5. Официальный ревейл трейлер. Почему он ревейл называется? Я хз. Ну... Буду ждать. Возможно, даже сумею поиграть в бета-версию. Хотя, наверное, меня это не ждет. Хотя, кто знает. Спасибо, что меня смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и удачи.